Всем привет, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Skyrim. После очень большого отсутствия я все-таки вернулся в эту игру. Там были непонятные баги у меня с игрой. Блин, я переустановил винду, я переустанавливал игру, но так и это все осталось. После этого я поставил новую версию. Все пошло, все отлично. Блин, что происходит? Перевес. И теперь я установил дополнение Даунгард. Но у меня пошло. Без лагов. Без тормозов. Я надеюсь. И решил пройти его на запись. То есть для вас. Что ж, наслаждайтесь. Началось все с того, что я прибыл в Рифтон после установления. Ко мне подошел стражник и рассказал, что вот тут вот есть форт Стражей Рассвета. Он направил меня сюда. Вот. Я на пути. Простите, у меня, наверное, сейчас не включены. Ой. Звук весь выключен. Прекрасно. Вот. Продолжаем. Чувак, ты кто такой? Я прохожу с гуд-модом, потому что... Не потому что я какой-то там сложности боюсь или еще чего-то. Просто вы уже, наверное, заметили, какой у меня капитальный перевес. Этот чувак, короче, хочет присоединиться к Стражам Рассвета. Да. Вот, мы прибываем в форт Стражи Рассвета. Я в этом дополнении буду пытаться играть лучником. Но, естественно, от катан никто не отказывался. Поэтому посмотрим, как карта ляжет. Так, я хотя бы правильно иду. Ну, вроде тропинка есть. Вот, местный. О, арбалет! Да, я слыхал. Дурак. Привет. Скажу, что меня это не интересует. Дурак. Да. Да. Блин, ненавижу английский язык. Еще одна. О, олень. Олень! Ребята, это олень! Сука, стой! О, не ушел. Так, ладно. Ты, это броня прикольная. Такой наплечник тут. Прям по мне бронька. Тут такие накладочки. Вот я думаю, в такой броне буду ходить. Да. Ладно, чувак, потом поболтаем. Нет, не поболтаем. У меня зародилась коварнейшая мысль. И я снова с вами. Как вы видите, я подмутил броню. Так. Здорово. Я хочу присоединиться к Стражам Рассвета. Да, крепость ваша захерела. Ну ничего, мы это исправим. Не понял. Brother Adelvald was sure it held some long-lost vampire
Ребята, не прошло и 3 минут, а вы меня уже направили на защищение крипты? Балет? О, арбалет. Арбалет — это хорошо. А ну-ка, наступить, какая-то мишень. Ладно, убедил. Так. Вид, конечно, у меня говно. Ну ладно. Да пошел в жопу. Не хочу разговаривать. Ну что ж, с прибытием в крепость Даунгарда. Думаю, после зачистки этой крипты я все-таки полажу по этому замку, освоюсь немножко. Ну что, до следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Я постараюсь добить до конца это дополнение, ибо просто на тот момент, когда оно вышло, у меня не было ни времени, ни денег. И комп еще полетел в жопу. Ну ладно. Всем спасибо, всем пока. До новых видео. Ждите дальнейшего прохождения.